Здарова, товарищи! Сегодня будем делать одно интересное греческое блюдо, называется оно мусака. Вырежете эти головы от баклажанов. Надо это все порезать где-то примерно 6-7 миллиметров толстины нашей баклажаны. Возьмете одну глубокую миску противен, чего хотите, все это выложите. Блюдо по-русски привести запеканка. Но запеканка и с овощами, и с мясом. Мы сегодня, конечно, это все будем делать с телятиной. Посолим и оставим в сторону, чтобы баклажаны пустили воду. Пока у нас наши баклажаны пускают воду, возьмем картофель. Картошку надо порезать где-то 5-6-7 миллиметров. Картошку надо залить водой, чтобы она пустила крахмал. Будет легче и проще. У меня есть где-то 700 грамм телятины. У меня есть такая замечательная штучка, называется она KitchenAid, которая мне поможет. Пропустим мяско. Включим. Получили мы фаршик. Возьмем сковородку, нальем масла немного. Как настоящий грек, только легко. Нужен лук, порежем. Мелко, конечно. Не кажется, что полтора головки такие. Немножко более здоровые будет достаточно. Немного посолим и все отправляем на плиту. Сейчас мы добавим фарш к нашему луку. Все сразу промешаем. Также желательно, чтобы мы немножко это посолили прямо сейчас. Добавим ту немного красной паприки, салатки, конечно. И все сейчас обжариваем где-то примерно 10-15 минут. К мясу добавим помидора в собственном соку. Сейчас мы тут промешаем. Пока у нас это все варится, мы время не теряем, а сделаем, как и баклажан, такие штучки. Я думаю, что нам это будет достаточно. Пойдем на плиту и обжарим цукини и баклажаны. Включим сковородку, добавим оливковое масло. И потихоньку начинаем обжаривать наши цукини, чтобы становились золотого цвета и с одной и другой стороны. Обжарили мы баклажанцы, обжарили мы цукинцы. Надо нам добавить немного помидора, резаного в собственном соку, обязательно униз. Сами знаете, это не будет потом прилипать. Много не надо. Греки почему-то любят, когда делают мусаку, да добавят орегано. Когда вам то немного прохладает, у вас есть задание закрыть дно баклажанцами. Нам здесь надо где-то примерно половинка. Равномерно разбросать фарш. Все это расширим. Возьмете кусок брензы. Постарайтесь, чтобы покупать слабо соленую. На крупную терку немного так добавите. Дальше очередь цукини. Все это хорошо расширим. Было бы очень интересно и замечательно, если бы добавили немного орегано. Опять добавим немного сыра. Немного чеснока. Без чеснока неинтересно. Вообще его чистить не будем, а просто так с кожей его добавим внутрь. Это меня моя мама научила. У нас есть картофель. Картофель единственный не жареный. Его добавим наверх. Все это закроем с картошкой. Духовка на где-то примерно 50 минут на 220 градусов. В
Возьмем одну миску или глубокую тарелку на ваш выбор. Забросим сюда 4 яйца. Добавим чуть соли, чуть обычного молока. Много не надо. Все это смутим. И 2 тряпки в руке. Вытаскиваем нашу мусаку. И заливаем. Затем тряпки у руки как-то равномерно расширим и обратно в духовку на примерно 5-6 минут. Открываем, пускаем пар да уйдет, значит, чтобы лицо свое не обжегли. Это все надо оставить да прохладает где-то примерно 5-10 минут, а потом начать резать. С вами были Партизан Ди Белградо, Мусака Ди Греция, Серж ДТВ Джем. Спасибо, до свидания.